Всем рок. Меня зовут Александр, и добро пожаловать обратно в Half-Life Алекс. И, друзья, потихонечку продолжаем выносить комбайнов. Так, я тут на монтаже видал. А уже неважно, видимо, я забрал и не заметил это. Видел, здесь вот лежало это самое. Магазин. Магазин пистолетный лежал, но я, видимо, его забрал и сам этого не заметил. Окей, ладненько. Жаль. Он бы нам пригодился. Потому что с потрошками у нас все не очень хорошо, как видите. Я бы сказал, даже плачевно. Эх, я надеялся выдернуть его оттуда. Ну ладно. Так, тут у нас силовое поле. Нам явно туда не надо. По крайней мере, мне так кажется. Я, видишь, сегодня это самое. Оделся посвободнее, так сказать, чтобы легче на ногах было. Так-так. Опачки, мины пошли уже. Ладно, пойдем сначала в подвал. Посмотрим, что там. Тут заперто. Тоже заперто. Пам-пам. Это, походу, трансформатор шалит. Ну-ка, есть что в духовке, не? Походу, нет. Ну, что-то тут как-то пусто, знаете ли. Даже похавать нечего. Так, тут ручки не было, все правильно. Ладненько. Так, давай разбираться с этой штукой. Ага. И можно, видимо, разблокировать. Так, главное сейчас, чтобы телепорт какой-нибудь не сработал случайно. Так. Что, простите, мне надо сделать? А-а-а. Интересненько. Сладкая мина. А можно ее забрать теперь, не? Не, жаль. Для обороны бы пригодилось. Когда комбайны прут, можно было бы просто заминировать какую-нибудь точку и все. Так, а это... Воу. А, ну да. Не та игра. А мы тут можем... Воу. Вот так сделать, и хрен бы с ней. Опа. Патрошка. Блин, для дробовика. Ох, мать. О, вот это жопендра. Хорошо, что я заметил. Вот это прям жопито, я бы сказал. Так, ну-ка. Ну-ка, прям подальше, ну-ка. Давай, ну. Оу. Хрена себе они бабахают. Так, ну нас спалили, я так понимаю, да? А вы откуда попрете? Снизу, сверху? Блин, перекинул. Хе-хей. Ладненько, будем аккуратнее с минами. Есть кто дома? Пацаны, выходи. Не обижу. Поначалу. А потом... Это собака, а? Твою ж мать.
Вот так вот, хорош. Готов. Вот так вот. Выкусите, ублюдки. Так, ладненько. Патрончиков бы. О! Смотри-ка, что у нас тут. Да не ты. Опа! А есть спичули? Спичечка есть? А, блин, спичек нет. Элементарно, Ватсон. Ладненько. Все тихо, спокойно. Хорошо. Опа, смолишку я возьму. Молочко. У нас такая кухня была, когда я в школе еще учился. Какой в школе? В детском садике я еще был. Вот такая же уродская кухня была. Совковая. Терпеть ее не мог всегда. Ладно, здесь больше ничего нет. Так-так. Здрасте. Никого нету. Два патрона. Это где-то снизу, что ли? Так, там что-то происходит нехорошее. Russ, are they saying my name? Yeah, that's not good. Это совсем нехорошо, я бы сказал. О, господи. О, это пригодится. Так, ребятки, погодите. Сейчас мы с вами познакомимся поближе. Так, хорошо, хоть сколько-то. О, еще. Сгодится. Что ж ты будешь делать-то, а? Ладно. Пока так оставим, патроны кончаются уже. Блин, я надеюсь, я микрофон не задеваю, короче, когда нагибаюсь, потому что я потерял эту ветрозащиту от него, и он теперь может шуметь. Надеюсь, что не шумит. Здрасте. Какая милота. Вообще, я мог бы это взорвать все к хренам и не париться. Давай даже подальше вот так вот. Нормально. Хорош. Зато с минами возиться не придется. Так, ублюдки, вы где там? Three more.
Хорош. Ладненько, вроде все чисто. По крайней мере, на первый взгляд. Вот так как-нибудь откроем шкафчик, а то хэдкраб вылетит. Вот это будет весело. Что это такое? Пикает. Не нравится мне это. Я не люблю пикающие вещи. Так, хорошо. Ну, если что, у нас, кстати, гранатка еще есть. На черный день, так сказать. Фух. Что это за жижа такая? Интересно. Опа, гранатка, еще одна возьмем на выходе. Так, ладненько. Хорошо, патрики. Угу. Слушай, ну, в принципе, неплохо так. Ой, а вот это вообще шикарно. Так, мужик, у тебя что-то было, не? Эй, красавчик, есть что-нибудь? Для меня есть что-нибудь, говорю? Ну, тупырь, а. Так, еще одна гранатка. Это залипло. Ладно. Знаете что? Вы мне, кстати, клевую вещь посоветовали одну. Я думаю, надо бы ей воспользоваться. Мы сейчас вот так вот сделаем. Так, где я гранатку видел? Иди-ка сюда. Вот так вот. Все, пошли. Можно идти дальше. Сейчас только вот здесь вот проверю. О, не зря. Здесь пусто. Так, а нам вниз или наверх? Ну вот внизу что-то лежит, похоже на смолу. Давай туда сбегаем. Ох ты ж, блин. Завалил? Да что ж ты будешь делать? Вот это обидно сейчас было. Отлично. Так. Пойдем. Черт. Блин, выронил гренку. Хорош. Годится. Так, ладно. Сейчас заберем, может там просто еще будет. Так. Блин, а больше нет, прикинь. Отстой. Жаль, хорошая идея была. С кастрюлькой-то. Я, кстати, кажись, догадался, почему у меня грены все время падают куда-то. Знаете почему? Потому что я руку завожу за пределы видимости, собственно, моего шлема, потому что у меня шлем с камерами, а не с камерами, установленными по краям комнаты. И шлем просто перестает видеть руку и не видит, что я ей замахиваюсь. И, соответственно, когда я вот здесь вот отпускаю грену, он просто ее роняет, потому что не успевает увидеть руку. Такая вот лабуда. Так, ну это можно разблокировать, в принципе. Да?
Да, пожалуй, так и сделаем. Не, ну это предельно просто, на самом деле. А вот это уже поинтересней. Так, ну-ка. Мало ли там что-то есть. Я, пожалуй, сделаю вот таким вот образом и не буду заморачиваться. Надеюсь, нам в ту сторону убегать не придется. Фишку. А вот, кстати, между прочим, в «Ходячих мертвецах», которая Saints and Sinners, там курить можно даже. Вот настолько продвинутый VR-экспириенс. Так сказать, виртуальное курение. Опачки. Так. Давай-ка заглянем сюда. You go ahead. I'll be fine, Dad. I promise. Keep that promise. I'll get to work on the data pod. Окей, хорошо. Батя вернулся. Это уже радует. Так, здесь у нас ничего нет. Здесь тоже пусто. А вот здесь вот у нас... Вау. Смолишка есть. Окей, все, погнали. Так, ребятки, у вас было что тут, не? Ничего, да? Подожди, а где второй-то? Он вообще испарился. Ладно, хрен с ним. Короче, лучше гранаты тогда кидать вот так. Здрасте. Ну-ка, знаешь, что я хочу попробовать? Ну-ка, давай. Не. Хе-хе. Братан, ну, ничего личного. Я его поймать просто хотел и вышвырнуть туда же. В итоге он сам умудрился. О, привет. Пойдем со мной. Пойдем со мной гулять. Я тебе покажу мир. Ты пожалеешь, но тебе понравится. Ты правда парень, по ходу дела, поэтому... Ну тебя нахрен. Нам вниз, по ходу, и надо, да? А там что? Воу-воу-воу, тихо. Штормалыла. Хрен знает, может там что и есть, но нам туда. Чувствую, я пожалею, что выбросил эту гранату раньше времени, но у нас еще одна есть запасная. Oh boy.
Да твою ж мать! Чисто мое везение. Он, походу, отъехал, да? Или нет? Не пойму. Да, походу, его накрыло все-таки взрывом. Мне прям с гранатами не везет в этой игре, честное слово. Прям дикая непруха. Так, модификатор. Смолы мало слишком. Вряд ли мы что-то сможем сделать. Еще пару единиц, хотя нам даже пары единиц не хватило бы, скорее всего. Давай глянем. Может, что-то улучшим все-таки. Готово. Так, ну глянем ППшку. Лазерный 25 стоит. Хорошо. Пистолет. Лазерный 35 стоит. Охренеть. Дробаш. Да. Двойной выстрел. Ладненько. Ну, тогда, может, вернемся позже, если сможем. Хотя вряд ли. Скорее всего, мы сюда не поднимемся уже больше. Ну, что поделаешь. Да гребаный телепорт, уйди. Подожди, и как нам? Ага, вот там проход. Ладненько. Там осмотримся. О, етить там вортигонтов, ты посмотри. Это все вортигонты. В клетках. Жесть, их надо вытащить оттуда. Твою мать, тут заперто. Так, стопэ. Сюда давай. Живучая падла. Так, тут ни хрена не видно. Ладненько. Блин, все бы отдал сейчас за хороший беспроводной шлем. Russ, how's Dad doing? Does he seem okay? Oh, he's fine, Alex. He's working away over there. Good. Well, thanks. Oh, he is missing a leg, though. Yeah. You know, he was missing a leg before. Right. Well, it's still gone. Thanks, Russ. Sure thing. Ну, за батьку. О, видишь, вот то же самое сейчас произошло. Бутылка просто упала в обратную сторону, потому что контроллер ушел за пределы видимости. Короче, это надо просто учитывать. Все будет тогда отлично. Окей. Ага. Так, 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 так.
Мне таким образом спуститься стоит? Пока не ясно. Вернемся к этому вопросу чутка попозже. А сейчас давай-ка вот это вот все разгребем. Так. Угу. Конечно. Ты ведрами давай не кидайся, да? Блин, надо было ему гранату просто взорвать и все. Так, лесенка наверх. Интересно. Спасибо. Неплохо. Очень даже неплохо. Серьезно, заперто? Отстой. А, оттуда, наверное, попрут солдаты потом. Вариант. Так, кто-то еще сказал, что можно подойти к лестнице, сделать вот так. Ага. Ну, это, конечно, прикольно, но погружение страдает. Меня на самом деле реально радует, что надо руками перебирать, чтобы подняться по лестнице. Ладненько. Опачки. А вот тут открыто. О, Alex! Are you seeing that? The Vortigaunts are taking down the substation. Yes! This might work. Отлично. Блин, крутота. Все-таки игрушка чертовски красивая. Так, а если я сейчас вот этот отодвину, ты откроешься, нет? Отлично. Секунду. Дезориентация небольшая. Все. Хорош. Так, ну пойдем к нашим друзьяшкам. Гвозди. Блин, как жалко, что здесь нету оружия ближнего боя. Прям очень не хватает. Так-так. Но мы это взломать не можем, прикинь. По крайней мере, с этой консоли. И даже с этой. Черт, как вас вытащить-то оттуда, а? Трусливый глупец!
Да что ж ты... Блин, ребятки, как бы вас вытащить, а? Ладно, со здоровьем пока все хорошо. Знаешь, что сделаем? Давай-ка ну, вот так вот сделаем просто. Там заберем, если понадобится. Я так понимаю, мы там пройти можем. А, у нас лестница, если что. Хорошо. Так, есть чем поживиться тут? Нет, только моя аптечка лежит, да? Хорошо. Ладненько. Понятно. Воу. Нет. Хорош. Давай, подходи поближе. Падла. Засал, да? Готов. Действительно, уф. Так, ладненько. Хорош. Жаль, что не получилось его заманить на бочку. Было бы эпичненько. Так, окей, ладно. Ладно, мы, видимо, туда сейчас и так попадем. Или нет. Или да. Посмотрим. Да, похоже на то. Okay, there's no direct path from where you are to the vault. So you're going to have to snake your way there. Well, it's huge, so it shouldn't be hard to know which way I'm going. I don't understand what they're doing with it here. If this weapon is so powerful, why keep it locked up in a dump like this? My guess is they're trying to find a way to ship it off Earth, back to their home or some other planet. Why not use it here? They already won this war, Alex. То верно, то верно. Mm.
Отличненько. Приятного аппетита, ублюдки. Окей. Пусть будет открыто на всякий случай. Так, о, зажигалочка. Лимонадик. Пустой, походу. Не, даже чиркнуть не получается. Так, тут ничего. Смолишка. Вот, 4 единички. Еще одна, и хватит на какой-нибудь апгрейдик. Так, хорошо. Что у нас тут, интересно? Так, ну хорошо. Жить можно. Йоу. Не нравится мне это. Очень много мертвых комбайнов. И зомби. Подозрительно. Весьма-весьма подозрительно. У этого вообще, смотри. Жесть какая. Что у него с глазами? Не нравится мне это, мягко говоря. Ох, твою мать! Чё ж напугали-то так, а? А, хотя... Такой живучий-то. А! Пец. Я в этого хэдкраба столько настрелял. А, ладно, хрен с тобой. Это не выглядит безопасным. Воу! Давай. Так, пора начать экономить пистолет. Ух. Чё? О, господи, игра. Опа! Вот ты и попался. Танк со мной. Блин, жалко я барнакла. Ау! Ну тебя нахрен. Блин, жалко я барнакла убил. Сейчас бы ему скормил просто.
Блин, прикольно на самом деле. Оу, здрасте. А можно вот это вот вам кинуть? Например, вот сюда поставлю я. Допустим, да? Хорош. Очень хорошо. Закрыто. А, да, тут был барнакл. И он, походу, его и сожрал. Удачненько. Жалко. Ничего не упало. Вот то, что его перезаряжать нельзя, ну, когда не до конца отстрелен боезапас, это, конечно, фейл. А. What the fuck? А мне не сюда, что ли? Походу, что нет. Так, где я? О, отлично. Значит, нам туда вот наверх. Видимо, да? Ага. Я вас понял. О, вот оно как. Опа. Здрасте. Блин, вот можно? Вот почему нельзя? Ну да, здесь нету оружия ближнего боя. Хотя, вроде как, при помощи мода можно добавить Фомку Гордона. Ну-ка, подожди. Да не... Мне просто интересно. Да, ладно, хрен с ним. Когда много объектов вокруг, игра немножко сходит с ума. Я к тому, что одна бутылка, да, другую разбивает. Это очень важное исследование было. Если вам кажется, что я ерундой занимался, нет, на самом деле это нужно было выяснить. Не хочу туда идти, если честно. Хотя туда тоже не хочу. Твою мать. Все. На улучшение хватит. Остался станок найти. Окей. Ой, блин, надо было его с собой забрать. У меня слот, оказывается, свободный был. А я что-то не увидел его. Так, ладненько. Отлично. Угу. С другой стороны, хорошо, что у нас свободный слот есть. You've got company.
Блин. Ну ничего, зацепил. Ох ты ж, чёрт! Об диван зацепился. Так, ладно. Давай, вылазь, ублюдок. Не хочешь, как хочешь. Есть что-нибудь еще полезное, не? Понял. Готов, ублюдок. Очень не хватает бега в игре, из-за этого приходится телепорт юзать. Идите, у них гранат было, ты посмотри, я мог их взорвать нахрен всех. Ну-ка. Так, отлично. Ведрушка какой-нибудь дайте. Еще одна. Капец, тут гренок было. Так, нужно ведро. Нужно ведро. Ведро мне. Мужик, есть ведро? Дай лопату. Ух, прикинь, лопату даже взять нельзя. Так, где я вообще? Хорошо. Не теряться. Главное не теряться. Что-то же тачку не... О, можно на тачке гранаты везти. Блин, идея, конечно, годная, но неудобно будет. Мне именно ведрышко бы. Ты ведрышко? Вот ты ведрышко? О! О, а тут еще одна. Ты посмотри, как я удачно подошел, да? Вот так вот могу тебя взять? О, там еще патроны. Очень хорошо. Пойдем со мной. Вот это я сейчас понимаю, у нас будет вечеруха. Класс? Класс. О, твою мать! А где ведро? А, чё? Ну давай! Давай! Да что такое? Твою мать! Застряло, что ли, не пойму. Ух. О, черт. Застряла граната. Ух. Вот это было внезапно.
Ну ты меня подвела, конечно. Вон она все. Да, намертво прилипла. Обида. Так, а еще осталось в ведре-то хоть что-то? Не. Ну ладно. Ух, жара. Так, а здесь что? А, здесь один патрон, что ли? Ладно, пусть лежит. Кстати, а если один патрон за спину закинуть, он там не объединится, нет? Со всеми остальными. Окей. Нахрен я это ведро тащу? Так. Угу. Спокуха. Иди сюда. Давай, давай, давай. Молодец. Жаль, на голову не надеть. Было бы эпично. Окей. Все теснее и теснее становится. Похоже, нам туда, прикиньте. Охрененно. Угу. Ну ладно, пошли. Качайка. Ага. Классненько. Это еще и на время, как сейчас заметил. Okay. Прикинь. Хорош. Оу, высоковато. Ну ладно. Ау, серьезно? Алекс. Офигенно, блин. Ну серьезно, как я должен был понять, что я там разобьюсь? Капец. Так, хорошо туда. Логичный вопрос. Серьезно? А вот с такой? Нормально. Why? Were you considering it? Ну,
Глупость какая-то, если честно. Опачки. Офигительно. Зашибись. Как же это знакомо. Так, ладно. Уже получше. Главное, чтобы хэдкрабов не было. Оказывается, чтобы измерить высоту, надо проверять ее телепортом. Вот так вот, ребятки. Ладно, будем знать. Ну, это на самом деле довольно-таки изи. Ого! Нормально так нам смолы тут дают. Вообще неплохо. Блин. Да. Воспоминания еще те. Для тех, кто не въехал, это типа прям прямая отсылка к первой Half-Life была сейчас. Пусть пока тут лежит. Так, ладно, ребятки, у вас тут много, да? С вами повеселимся. Поехали. Я вам покушать принес, господа. Вкусное, питательное топливцо. Так, ну-ка. Хорош. Окей. Еще голодные рты остались. Подожди, сейчас все исправим. Всегда лучше брать парочку, чтобы потом второй раз не бегать в магаз. Так, ребятушки. Перекинул. О, молодчик, хорош. Красота какая! Ляпота! Все покушали? Молодцы! Ой, как хорошо! 37 смолы. Вот это я понимаю. Жопой чую засаду. Ну,
Я надеялся, у него гранатка есть за пазухой, чтобы я его просто подорвал нахрен. Опа, тихо. О, хорош. Готов. Фух. Я, если честно, ожидал, что будет более напряженное. Okay. I don't see a way into this building, so I'm gonna look around. What is this place anyway? It's a distillery. They made vodka and things like that. Is vodka good? Oh god, no. Russell doesn't like vodka. Got it. Well, I never said that. But it's not good? It's poison. But I love it. Everyone loves it. Okay, that's all very confusing. Let me figure out how to get in, and then I'll find you some. Wonderful if you could, actually, yes. Да. Это яд, но всем нравится, это сильно. Но я бы не сказал, что всем. Да и плюс ко всему, водка — это вообще довольно сложная штука. Она должна быть очень высокого качества, иначе это действительно яд. Гемора ради одного магазина. Оу! Шет! Фу! Я уж испугался. Думаю, ну все, хана, придется с одной рукой играть дальше. Это было бы весело. Нет. Блин, как же не хватает бега в этой игре, ну вот честное слово. Замучаешься вот этими телепортами перемещаться, чтобы побыстрее двигаться. Так, ага, уже что-то есть. Какие-то наметочки у нас тут. Ага. Нужно питание. Опа. Хорошо. Так, аккумулятор. Минералка, походу, была. Или что-то в этом духе. Здорово. Ты как, цел, жив? Иди сюда. Подожди, не падай. Зараза, какой же ты тяжелый. Опа. Хе-хе-хе, хорош. Ага. Так, отличненько. What the fuck? Вы что, мать твою, такое? Оперный театр. Так, у меня есть подозрение, что питание. О, за это. Килка, подожди. Угу. Питание откуда-то отсюда будет идти в итоге через этот ящик.
Ладненько. Уф. Какие мерзкие штуковины. О, патрончики. Стоп, что? А, отличненько. О, ты еще жив. Я думал, ты сдох от отравления. Угу, да, похоже, я прав. Хорошо. А, ты не запитан даже, получается. Сейчас разберемся, погоди. Ух. Сложнее и сложнее становится. Так, ага. Хорошо. О, чёрт! I got the drone up and running again. Господи! Ignore that. We'll meet you outside. Капец! Чё ж так пугаешь-то? It looks as if there are combine barricades up ahead. They're stopping anyone from getting any closer to the vault. Okay. So, what do you think? Make your way into the distillery and see where it takes you. With my drone back online, we've finally got the upper... Oh, no, you're kidding me! Shit. Откуда? Твою мать! В смысле? Жесть. Все мертвы? Так, братан. А, погоди. Не, не хватило. Братень, прости, но ты мне нужен. Источник питания заберем только. Прости, бро. Прости. Но мне нужна твоя помощь. Твою мать. Ну, конечно. Все сдохли. Ж вы такие пустые ходите, ничего нет даже. Так вот, о чем я говорил, бро. Прости, но теперь мне это точно надо. Извини. Так, ладно, электричество есть.
Ага. Да что такое? Глюк какой-то. Да что происходит-то? Так, допустим. Так, давай посмотрим. Мало патронов, правда, уже. Что мы можем сделать? Так, лазерный прицел. Увеличенный магазин. Подожди. Да не. Лазерный прицел на пистолет. Здесь двойной выстрел. Знаешь что? Давай-ка лазерный прицел на пистолет. Капец, дорого вышло. Но это того стоит, по идее. There is nothing left of your gun in this gun. This is just... This is my gun. All right, fair enough. You earned it. I still want those rifles back, though. Mm-hmm. Okay, bro, okay. What the fuck? Ага. Хорош. Заработало, да? Отлично. Ну. Что такое? Чего не хватает-то? Ага. Да. Так и есть. А. Оу. Ничего себе. Так, хорош. Да-да-да, ребятки. Обязательно. Хорош. Ага. Ага, я понял. Все понял. О! Гранатка, это хорошо. Так. О!
успеха. Спокойно, я думал, там может что-то заныкано просто. Но, судя по всему, нет. Оу. Эйт. Серьезно? Так, тогда у нас проблема. Ладненько. Слишком сильно отодвинул. Все, это предел. Читерный способ. Не очень он мне нравится, но он эффективен. Е-бой. Е-бой. Окей. Какая гадость. Джефф. Водочка. There's definitely a bunch of old bottles in here. Does alcohol go bad? It only improves. It's all good, Alex. Russell, you're breaking up. The vodka is good, Alex. The vodka is good. Я могу с собой бутылку водки взять. Ладненько. Сколько мы записываем-то, блин? Долго уже, по-моему. Короче, надо тормозить, ребятушки. У, чувствую, нас сейчас впереди ждет немножко хоррора. Отлично. Отложим это как раз-таки, да-да, на начало следующей серии. Ну что ж, ребятки, как и прежде, лучший способ поддержки канала — это лайк, подписка и комментарий. Ну а мы с вами увидимся в ближайшее время. Пока.